ребятки, еду на поляну. Да, я еще на проекте. Так, привет, Илья, как там дела в Ромашек? Да ничего, нормально. Вроде не ругаются пока что. Как будет дальше, не знаю. Сериал, придумать сериал, мысли есть, либо фильм. Я вот пока сейчас все это время думаю, что мне сделать. Когда бороду отрастил. Да это не моя борода, это маска. Да, Юля с Тиграном. Капец, вообще не высыпаюсь, а весь опухший. Здорово, здорово. Какие новости на поляне? Да, привет, привет. Да ничего, Юлька с Тиграном, у Ванька с Крис нормально все, у Ромашей тоже. Без Танюха там, короче, купили коляску, кроватку купили. Потом кто у нас еще? Миша больше не с Настей и не с Захаровым, ни с кем. Владос один грустит, что так получается у него. Полтопьяный так получилось белый. Кто у нас там еще есть? Надя, Даниэль так и не вернулись на поляну. Они сейчас в отпуске где-то. Возможно вернутся, возможно нет. У Алены с этим, с Никитой, все хорошо. Никулчики, ну, ругаются немного, но так, в принципе, нормально. Так, Миша сам не знает, что хочет. Ну, пацанчик немного потерялся, ничего страшного. Тёмыч, да, Тёмыч вернулся на поляну, сегодня буду стричь его. Говорит, Илюх, я уже устал, сверху слишком много обросло, надо постричься. Ну чё, пацанчик отдохнул, более-менее, приехал сейчас с новыми силами. Вроде как у них там что-то с Соней налаживается, но непонятки все равно какие-то. Когда уже девушка у тебя будет? Я вот сам этим вопросом задаюсь, когда у меня уже появится. Но есть одна барышня прекрасная, с которой я общаюсь. Не знаю, получится, не получится, там не знаю. Кто-то
ты по знаку зодиака? Я лев. Лев-тигр. Лекса, снова привет. Опять я еду на поляну в обратном. Короче, ничего нового. Лекс, кстати, мне порой кажется, что ты хочешь обратно на поляну найти себе молодого человека здесь, на проекте. Мне почему-то кажется. Но я думаю, ты не поедешь, потому что у тебя своя танцевальная студия, в которой у тебя все потихоньку развивается. Я думаю, вряд ли. Вряд ли. А так вообще молодец. Кстати, увидел твою историю, где ты то ли глаз себе обожгла, то ли как